Йо, всем привет, с вами Енот, с вами... Ага, все, вспомнил. Это Borderlands 2. И мы закончили все квесты в едких пещерах, и теперь попремся куда? Боня Финкс, да, без понятия, где она. Почему нельзя вот просто на нее нажать, и он тебя кинет? Это основное надгорье. Ну, пошлите в надгорье. О, рядом. И куда? А. Тук-тук. Привет. Расправа с этими роботами была проведена мастерски. И мы... Секунду, тут нет перехода. Выход пески, святые. Нет, тут бойни нету, да, нигде рядом. Ну ладно. Вершины подумали, что ты можешь нам помочь. Может, и могу. Первый пункт плана. Мы все умираем от заболевания мозга. Если доставишь нам 3 партии лекарств, мы выживем. И я смогу платить тебе и дальше. Нашему аптечному автомату нужна новая батарея. Поднимись по лестнице к башенным часам и достань из них батарею. Туда? Ну ладно. Внимание, жители вершины. Нет. Я сегодня буду немножко меньше говорить, чем обычно. Я так немного говорю. Просто немножко устал. Фух. Ага. Не к добру, да, это? Аптечный автомат и купи лекарства от черепной чумы. Пожалуйста. Спасибо, но нам нужны еще 2 партии лекарств. Следующая партия у гиперионского снабженца, который странствует по Нагорью. Забери у него. Далековато. Лекарства. Уверена, что без охранников этот торговец отдаст тебе лекарства по разумной цене. Советую убить их. Вежливо по возможности. То есть не обязательно. Так, а торговец оружием где? Рядом, ну пойдемте. По пути же будет бегать. По времени. Идите к первому торговому почтовому ящику. Так, сейчас, а остальные где? Спрятанные дневники по пути. Убежать живоглотов. Угу, тоже рядом. Давайте сначала с этим разберемся. Бывшего друга по имени Таггарт некоторое время назад наняли для истребления популяции живоглотов. Он попытался написать книгу о своих приключениях на Нагорье. Если найдешь главы из его книги, я ставлю их в свою. Как говорится, беспроигрышная ситуация. Да. Но я хотел другую выполнить сначала. Куда бежать? Да вы издеваетесь, да? Тачка, мат! Так, я где? Я тут, мне ехать вниз очень далеко. Нет, туда надо. Черт. Так, сейчас вот прям сюда. Через мост, да? Давай, накапливайся. Блин, карта мне нужна. Главное не застрять. Ой, главное не застрять. Обидно было.
Черт. Да пусть делают, что хотят. Черт. Давай, 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 давай. Черт, минута осталась. Где она здесь? Ты можешь быстрее вылазить, да? Без разницы. Стой, стой, все, я ухожу. Да нет, не турель, но господи. Сколько у вас тут, да? АП? Тваря? Давай, давай, еще 47 секунд. Черт, 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 черт. Люблю такие квесты. И так потерял пару секунд на том, когда я искал. Давай, 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 давай. Черт, проиграл, да? По-моему, нереал. Очень много времени потратил. Где он? Внутри. Да ты издеваешься. Черт, товар уже испортился, небось. Да нереал все это собрать, вы че? Не люблю квесты на время. Ох, но он говорит вернуться назад за ним. Это где? О, прям тут можно. Искать главы в кучах. Главы имеется в виду книг. И радиус отражения. Давайте это возьмем. Блин, по времени это жестко. Это же гад. Где ты? Так, искать в кучах. А где кучи? Неизвестно. Вот они. Автомат. Нет. Вот, какая глава? Today I punched a stalker so hard it turned inside out. End of chapter one. Хорошо известно, что живоглоты считают эхо очень вкусным. Скорее всего, ты найдешь остальные главы Таггарда в кучах живоглотских фекалий. Спасибо. Я как раз не знал, что это. Думаю, как же мне бы жилось без этого? И здесь все, я так понимаю. Я. И я. Кто там? Так, здесь нету.
Пахрик в следующей куче. Нужно найти еще 4 главы. А точки 3, да? Точка тут и точки тут. Чем еще есть тут? Взять эхо археология. Да, сзади валяется. Просто по пути, почему бы нет? Со временем-то я уже профукал, что делать. Ага. Как мне тебя достать? А это вопрос, да? А? Jack wasn't kidding. These stalker things are something. I pounded one right in the throat with my thumping hammer, just like mom taught me. And it pretty much exploded. It made this hilarious noise like... It was kind of like that. I should make it my ringtone. Ну и как мне тебя достать? Ага, понятно. Простая довольно загадка. Безопасности, но меня трясет от тупых жителей города. Сегодня девушка сказала мне привет. Я спокойно взглянула на нее, а сама беззвучно визжала внутри, соображая, как избежать этого нежелательного взаимодействия. Мое лицо покраснело от напряжения. Кровеносный сосуд в носу лопнул, и из ноздрей ударила струя крови, забрызгавшая нас обеих. Девушка закричала и бросилась прочь. Я была очень... Туда нужно. Но боюсь, фонтаны крови из лица не лучшая стратегия для уклонения от разговора. Ну, пойдем посмотрим. Граната пошла! Слабак. Да не говори. Бросаю гранату! Надо патроны еще набрать. Ну, пойдет. Очень хороший пистолет. Хе-хе-хе-хе. Где-то тут. Надеюсь, не внутри. Почему вы напали в мою стену? Горит сверху. А, если честно, не очень хорошая способность. Ух ты ж. Черт, а? А, блин. Давай, опа. Второй? Хорошо, осталось только подняться.
ко мне что там? А? 100. 477. Нет, мой получше. Я, к сожалению, не могу тут определить, что лучше. Стихия или не стихия, но, блин, что делать? Как умею, так определяю, надо как-то подняться. Стой, 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 еще чуть. Все хорошо, молодец. Да ладно. Кто же знал, что меня так подорвет? Я же его поднял, должен был жизнь не восстановить. Так, и где я появлюсь? Спасибо. А как подняться? Пока не вижу подъема. Летающий фини у меня никакой нету. Обделили. Бегают собаки, а? Как же мне к вам подняться-то? Может, как-то отсюда? Возможно. Конечно, без палива они там торчат, ну да ладно. Сейчас совсем разберемся. Сейчас все будет хорошо. Гиперион! Ты можешь спускаться. Тут не страшно. Попадание. А вас жизнь ничему не учит, да? Довольно. У тебя что ли там такой крутой? Можешь в него попасть, нет? Вообще кошмар, а? Вот живуч. Кто еще вылезет? По месту Толи. Господи, что ты там так стонешь? Сейчас я тебе помогу. Чтоб не мучился. Опа.
Давай, давай, давай. Там еще один есть. Что с твоими ногами-то? Давай, 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 давай. По ногам, по ногам. А чё он надеялся? Я не понимаю. Это ещё живой. С тобой крутится. Да, здравствуй. Где он здесь? Жесть, добраться до него это просто жесть. Да вы издеваетесь, и как мне это выключить? Сегодня, пока я прибивала дохлого скага к своей двери, чтобы никто к ней не подходил. Для чего Джеку ключ от хранилища? Неужели ключ просто заряжался у меня, пока Джек не вырвал его из моих... Угу, рядом и рядом. ...убавленных рук? Ждал ли он момента, чтобы обрушить свою мощную Пандору и заставить Риди подняться из-под земли? Готовился ли он открыть новые руины пришельцев? Я исследую этот вопрос, когда сделаю стены своего дома звуконепроницаемыми. Может, это избавит меня от непрерывного смеха жителей убежища. Ну, понятно. Чё, тут пуска нету, хотите сказать? А если найду? Давай сюда. И... опа. Вот сюда. Ну, пойдём. Кажется, что-то не засек время, ну да ладно. Это мелочь. Надо постараться все квесты здесь повыполнять по максимуму. Не оставлять снизу, да? Не оставлять на завтра то, что можем выполнить сегодня. Где она? Ага. А, блин. Филигранно просто. Нашла легенда о древнем воине пришельце. В них говорится о волшебном ключе, который может вернуть его к жизни. Если мои гипотезы верны, как всегда, в легендах говорится о ключе к убежищу. А еще, когда я шла из магазина, один парень сказал, что я красивая. Моя реакция была мягкой. Я просидела 3 часа над ведром, пытаясь блевануть. Что с этой женщиной не так? А, телохранитель утро надо отобрать все.
А черт. Тут есть еще рядом? Нету. Хватит. Не обращайте на меня внимания. Стой! Стой, собака. Понял. Прекрасно. Ты действуешь эффективно. Уважаемые, последнюю партию должны были доставить до лодки, но мы потеряли с ней связь. Найди ее. Фига себе, кто? Чё? Вы тебе чё здесь напали на меня? Тоже убить. Можешь постоять. Стопэ, я же иду на дневники. Почему он квесты сам меняет? Наконец-то машина есть. Какого черта? Только бежать, чтобы сюда телепортнуться. Молодец я. Жесть. Красивое место, но туда не пойду. Пока не пойду. Нет, туда? Походу. Как все сложно. Да, как сложно заставлять себя играть, вы даже не представляете. Нафига я это делаю, мог спокойно лечь спать. У вас много-то тут. Где ты? Где ты? Где ты? Стоять! Где ты еще, Инта? Я же вижу, ты бегаешь. Опасные враги. Надо часть продать. Там еще и роботы пришли. Фига себе. Ты главу наш? А, все вспомнил. Не.
Jack is my witness. This will be the best Mother's Day ever. Пусть разбирается пока. You hear me, Henry? You hear that? Mother's Day! Так его, так его, мочи! Процент отражения, если до конца так не понял, что значит, ну да. Мне ладно. Даже понравилось. Кто здесь живой? Ах ты ж гад! Ты же кто такой? Тир. Ты где? Ушел, ну ладно. Ага, в воде. Вчера я говорила с другим человеческим существом. Конечно, если мои хрипы ужаса можно принять за речь. Но Роланд не возражал. Он спросил, почему Джек не оживит воина, если ключ у него. Я сказала, что ключ надо зарядить эридием, поэтому Джек занялся добычей полезных ископаемых. Он кивнул и молча вытер брызги моей слюны с лица. Я вернулась домой, смущенная. Такс. Не только тем, что он не выказал отвращение к моему поведению, но и тем, что он тоже не вызвал во мне отвращение. Впервые мне показалось, что я смогла бы жить. 500. Сирена. Два навык Гелиоса. Вероятность коррозии. Урон от коррозии. Ликование. Максимальная... Ну, фигня все. Убежище. Впервые мне показалось, что я могу выздороветь. Тебе показалось. Так, где-то рядом еще есть. Там далеко, понятно. А... врачевание. Далеко. Даже не знаю, успели ли все. Ну, по крайней мере, к машине надо бегать. Раз здесь больше не выбил, вон еще одна есть. Кучка. Их как? Как я недавно узнал. А, нет, это сама кака. Ну, не суть. Попробуем деньги, оружие в следующей серии сдать. Успеть, кто знает. Хотя, может, в этой успеем. Ехать далеко. Потому что один прям туда совсем. Можно взять, попробовать еще раз развести все оружие. Походу, ему было больно. Да ладно. Так, собрать главы автомобильной... автомобилей Тагарта. Вы нашли недостающие главы из книги. Значит, его съели, да? Думаю, это может послужить нам уроком. 800. Того, кто пытается бороться с природой, съедают! Как-то неудачно я это сформулировал. Извини. Только что заказал кое-какой серьезный товар у торговца. В конце концов, мужик должен защищать свое достоинство. Забери этот товар, да побыстрее. Пытаюсь. Напоминание, Роберт Тихо. Перед тем, как начать, не видите, не забудьте.
Так, стоп, давайте еще посмотрим. Сейчас через туннель и по дороге направо. В прошлый раз потерял время на развороте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, стопе. Нужно вот сюда заехать, самый дальний. Тут есть дорога. Не самое лучшее, но тем не менее. Черт. Давай, ускоряйся. Не обращай на них внимания, они глупые. Так, сейчас. Вниз. Сейчас, давай. Как-то туда надо. Сюда, да? Если мне память не изменяет. Черт. Не трать драгоценные секунды, давай. Тоже знаю, куда бежать. Перед почтовым ящиком еще три надо. Ужас какой. Невидимые мракобесы. Да без разницы. Давай, а папа? Осталось немного. Не сбавляй темп. Еще два осталось, давай, беги. Так, стопэ, такс. Куда, сюда, снизу? Давай, беги, блин, ты почему ты не можешь быстрее выйти? Я делаю все, что могу, не дави на меня. Че здесь еще за квест появился-то? Лучший день матери. Так, сейчас как? Влево-вниз, понял. Через мост. Мост перекрыт. Черт, надо лезть. Лесенка, давай. Быстро же ты. Фух. Последний ящик, да где? Жесть, как я мог на него прям упасть? Без разницы. Куда теперь? Да ты издеваешься. Я да при всем раскладе за это время не доеду. Секунд, давай, собака. Давай. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, куда? 2, 1.
уже испортился, небось. Ладно. Я задание возьму, но выполню его в следующий раз. Я же не знал, что сегодня ехать-то надо. Давайте продолжим в следующей серии. Заново поедем туда-сюда. Забери этот товар, да, побыстрее. Добро пожаловать в вершину. Мы так рады вас видеть. Хорошие снайперки. Ну ладно, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока. Очень тяжело играть. Всем пока.